И еще раз доброе утро, дорогие. Мы с вами сейчас уже будем начинать. И что такое нейрогимнастика? Нейрогимнастика – это запуск нашего правого и левого полушария. Это гармонизация, прокачка нашего мозга, нашей памяти, нашей артикуляции мы включаем, да? Наши не только пальчиковой гимнастики, а у нас тут работает практически все тело. Те, кто ходят, они знают. И мы начинаем. Для начала давайте разогреем наши ладошки. Улыбочки все надели? Включайте все окошки, да, вот так энергией умоем наши ручки, да, умоемся сами, надеваем наши улыбочки, вот, разглажим наше личико, кто только проснулся, кто потянулся, да, и поехали, разогреваем пальчики. Хорошо, с любовью. Наши пальчики, от них так много зависит, да? Мы столько делаем, это одна из самых важных частей нашего тела, да? Вот человек, наверное, стал человеком благодаря тому, что развил пальцы, да? И не случайно, когда ребенок только-только вот там учится делать первые шаги, первые слова, да? То и логопеды, но и мудрые мамы с папой, они понимают, что напрямую развитие артикуляции, да, первых слов человека, развитие мозга напрямую зависит от хватательного рефлекса, от того, как он будет развивать пальчики, да. Хорошо, давайте немножечко разомнемся и раз, два, поворачиваемся, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Голова у нас покатилась, каждого в своем темпе, в одну сторону, в другую сторону. Хорошо, грудная клетка, таз на месте, да, вот таз прям зафиксирован у нас, в другую сторону, у кого не очень хорошо получается, знаете, наверное, что мы делаем вначале по точкам, каждый в своем темпе. Хорошо, подтягиваемся, вот эту сторону растягиваем. Улыбочки обязательно в другую сторону растягиваем. И наклончик вниз. Упали вот как плеть у нас руки. И мы под собственным весом тела тянемся вниз. И стараемся, чтобы руки достали кончики пальцев до пола, колени не сгибаем. Хорошо, молодцы. А теперь повисли локоточки и поехали. Раз, два, три, четыре. В другую сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. В другую. Раз, два, три, четыре. А теперь одна рука вперед, а другая рука назад. И поехали. Так. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Еще вперед. Это теперь это назад. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Растерли ладошки. Кулачками поработали. Вот так волну сделали. И во все наши движения добавляем улыбку, добавляем смех. Да, немножко помассировали. Ха-ха-ха-ха-ха. Хо-хо-хо-хо-хо. Порастирали. Вот, хорошо. Такой смехомассаж, запускаем энергию. Кулачками постучали. Другая сторона.
Сверху, снизу. Хорошо, встряхнули, подняли, встряхнули. Так, ну и теперь будем начинать здороваться пальчиками. Большие пальчики, раз, два. Указательные, раз, два. Средние, раз, два. Безымянные. И мизинчики назад. Большие. Получается, теперь по два усложняем. Раз, два, большой указательный. Теперь указательный средний. Раз, два. Теперь средний безымянный. Раз, два. Безымянный указательный. Раз, два. Назад. Раз, два. Средний указательный. Большой указательный. Получается? Теперь по три пальчика. Большой указательный средний. Поехали. Раз, два. Теперь указательный средний безымянный. Раз, два. И три пальчика средний безымянный мизинчик. Раз, два. Назад. Раз, два. Раз, два. Теперь по четыре. Сейчас все пальчики, кроме мизинчика. Раз, и с другой стороны два. И теперь кроме большого пальчика. Раз, два. Потянули пальчики на себя, от себя. Тянем, тянем, тянем. Хорошо. Другую ручку на себя, от себя. Тянем кулачками. Пальчики сжимаем, разжимаем. Вот так. Хорошо, хорошо порастягивали. Шпагатики пальчиками. Да, вот прям так хорошо тоже растягиваем. Не только ж ножки должны уметь делать, да, шпагат. Вот пусть у нас пальчики тоже стремятся растягиваться. Да. Хорошо, чтобы гибкие были. Вот, на каждый пальчик. Хорошо, молодцы. Цепочка. Большой указательный. Раз, два. Теперь большой и средний. Раз, два. Большой безымянный. Раз, два. Большой мизинчик. Раз, два. Назад безымянный. Назад средний. Назад указательный. Еще раз, то есть по очереди каждым пальчиком. Поехали. Раз, 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 раз. Мизинчик. Безымянный. Средний, указательный. Хорошо. Теперь большой пальчик и мизинчик. И поехали большим пальчиком по очереди. Нажимаем на подушечку каждого пальчика. Да. Побыстрее, туда и обратно. Так, хорошо. Теперь здесь большой указательный держим пальчик, а здесь начинаем с мизинчика. Большой мизинчик. И по очереди пошли навстречу друг другу. Так, еще раз большой указательный, большой мизинчик. И поехали. Тут мизинчик, четвертый, третий, второй, а тут наоборот. Второй, третий, четвертый, пятый. Да? Поехали. Раз, два, три, четыре, и обратно. Так. И когда мы делаем что-то впервые, особенно если у нас не получается, то в это время что происходит? Такая растяжка, да? То есть мы создаем новые нейронные связи. И это здорово, вот в этом и идет прокачка нашего мозга. Давайте еще раз. Мизинчик и большой пальчик, а тут указательный большой. И поехали. Раз, два, три. Так. Раз, два, да, вот так. Каждый делайте в своем темпе. Да.
Хорошо, молодцы, молодцы, встряхнули, потянулись на носочки. И кто молодец? И я молодец, да. Хорошо. Дальше, теперь поехали. Пальчик и зайчик. Угу. И меняем. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Хлопочек добавляем. Раз, два. 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 А теперь усложняем. Сейчас мы продолжаем это делать и считаем десятки от 100 и назад. То есть 100, 90, 80, 70, да? И считаем до конца. И одновременно делаем. И поехали. 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0. Получается, вот здесь уже, представляете, у нас двойная концентрация. У нас пальчиковая гимнастика, да, и одновременно мы считаем десятками и еще назад. Давайте еще раз и немножко быстрее. 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0. Молодцы! Похлопали себя. Кто молодец? Я! Хорошо. Сейчас с вами разучим новое движение. Это у нас будут рожки, а это у нас окей. Рожки, окей. Для меня тоже новое. И раз, и делаем два. Когда что-то не получается, первый раз всегда мы разучим вот как по нотам. Это потом уже человек играет, да? А вначале он разучает скрупулезно, по нотам сбивается сначала. Поэтому каждый в своем темпе, и вы можете это себе зафиксировать, и потом отдельно, дома, медленно еще поучить то, что у вас не получается. Итак, рожки, окей. Раз, окей, вот два пальчика. Не как собачку мы делали, вот собачку мы делали тремя пальчиками, помните, или лисичку, это ушки были. А это окей, два пальчика, это рожки. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Знаете, вот новое упражнение, конечно, не так быстро делаю, как, допустим, другие там, да? Но заметила, что когда часто занимаешься вот пальчиковой гимнастикой, да, то ты быстрее схватываешь новые упражнения, потому что уже как-то развивается гибкость мышления, вот эта вот адаптивность, да, то есть ты уже, ну, быстрее это схватываешь. Ну, давайте через хлопочек медленно вначале. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз и два. Раз, два. Раз, два. Раз и два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз. Два. Вместе с вами тоже, видите, учусь. Хорошо. Давайте теперь лисичка. Лисичку мы делаем тремя пальчиками, вот как будто солим, да, когда мы берем соль и солим. Вот такое движение. Два ушка. А здесь у нас зайчик, да, лисичка и зайчик. Раз, два.
Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. В своем темпе каждый делаете. Раз, два. А кто-то уже... И кто, у кого хорошо получается, добавляем хлопочек. У кого не получается, продолжаем без хлопочка. Главное, что вы осваиваете новое движение. Раз, два. Можно добавлять и следующее движение. И смеемся всеми частями тела. У нас смеются печенки, селезенки, почки, сердце. И все наши суставы, коленки, попы, животики, все смеются. Молодцы, да. Хорошо. А теперь давайте, одна рука у нас идет назад, другая рука у нас идет вперед. И поехали. Раз. И смотрите, вот, чтобы легко было, вот они как бы встречаются, вот знаете, по рукам. И разошлись в разные стороны. По рукам. И разошлись. Людмила Пономаренко, включайся. Хорошо, в другую сторону. Опа! Хорошо. Теперь встряхнули ручки. Встряхнули. Немножко пропустили через себя смехоток. Руки на плечи. И теперь то же самое делаем. Одним плечом вперед, одним назад. Так. И поехали. Вот тут тоже как бы у нас локоточки встречаются. Да, вот вижу, вижу, кого у нас тут получается. А, ну конечно! Ой, какие молодцы! Ух ты, классно! Супер, супер! Продолжаем! Умницы, красавицы! В другую сторону! Хорошо, молодцы, сбросили. Хо-хо, ха-ха-ха, хо-хо, ха-ха-ха, хо-хо, ха-ха-ха. Да, хорошо, хорошо, да, лучший день, лучший день. Да, пресс покачали и ручками помогаем. Круговые движения тазом. Животик напрягаем. В другую сторону. Хорошо. Животик похлопали, а здесь погладили по кругу. Наоборот, животик гладим. А сюда гормоны радости вот так массируем, забиваем. Поменяли ручки. Здесь гладим, здесь хлопаем. Наоборот, теперь хвалимся. О, ты молодец, да, животик по кругу. Хорошо, молодцы. А теперь будем повторять за мной.
И сейчас мы все вместе повторяем за мной. Хватаемся за ушки. А теперь хватаемся за носик. А повторяем за мной внимательно. А теперь еще раз хватаемся за ушки. Делаем так. Беремся за подбородок. Гладим себя по голове. Гладим себя по попе. Простукиваем холку. По голове. Хорошо, молодцы. Теперь делаем так. Раз, два, поменяли. Раз, поменяли. Теперь так. За спиной, за затылок. Сверху руки. А теперь все по разу, поехали. Раз, два, сверху, три, четыре, затылок. Раз, два, сверху руки, четыре, под руку. Раз, два, три, четыре, сзади. Раз, два, сверху, три, четыре, под руку. Раз, два, три, четыре, затылок, раз, два, три, четыре, еще раз, два, три. Хорошо, хорошо, молодцы. Растерли ладошки. Так, скрестили ручки. Так. И хорошо, хорошо, тянемся спокойно, спокойно, медленно. Ручки должны растягиваться, и вообще не в быстроте дело, а в том, что мы растягиваемся, растягиваемся. Назад, скрестили ладошки сзади, так, не скрестили, вот так взяли, сыпили пальчики, прогнули спиночку. И наверх вот так попрокачивались и покрутили вправо-влево. Хорошо. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Наискосок. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь по разу. Раз, два, три, четыре. Наискосок. Раз, два, три, четыре стороны. Раз, два, три, четыре. Наискосок. Раз, два, три, четыре. Еще раз, два. Пружиним. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Наискосок. Раз, два, три, четыре. Скажите, я молодец, а ты? И меняем. Раз, два, три, четыре, раз, два, танцуем, четыре, смеемся. Подпрыгиваем. С одной ножки на другую. Молодцы, вдох. Вдох. Хорошо, еще раз вдох. Молодцы, классно. Ну что, соку-соку, поехали. Соку-соку, бачи-бачи. Соку-соку, вира-вира. По разу. Соку-бачи, соку-вира. Соку-бачи-вира.
И кто, если есть, то первый раз. Медленно вначале делаем. Кулачки по два раза. Раз, два. Раз, два. Опять кулачки. Раз, два. Плечи. То есть все делаем по два раза. Еще раз начало. Два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Угу. И теперь по разу. Раз, два. Раз, два. Раз, два. А тут длинно плечи. Раз, два. И поехали. Соку, соку, бачи, бачи, соку, соку, вира, вира, соку, бачи, соку, вира, соку, бачи, вира. Соку, соку, бачи, бачи. Еще раз, еще раз. Смотрите, вначале у нас кулачки вот боком. Два раза. Первый раз мы все делаем по два раза. Раз, два, ладошки, бачи, бачи. Соку, соку, вот соку это всегда кулачки. Плечи это всегда вира, вира. И теперь по разу. Соку, бачи, соку, вира, соку, бачи, вира. Угу. Поехали. Соку, соку, бачи, бачи, соку, соку, вира, вира. По разу. Соку, бачи, соку, бачи, вира. И поехали. Соку, соку, бачи, бачи, соку, соку, плечи, плечи. По разу. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Получается? И поехали. Соку, соку, бачи, бачи, соку, соку, вира, вира, соку, вира, соку, бачи, вира. Подпрыгиваем или пружиним. Соку, соку, бачи, бачи, соку, соку, вира, вира, соку, вира, соку, бачи, вира. И можем танцевать, как хотим. Соку, соку, бачи, бачи, соку, соку, вира, вира, соку, бачи, соку, вира, соку, бачи, вира. Соку, соку, бачи, бачи, соку, соку, вира, вира, соку, бачи, соку, вира, соку, бачи, вира. Получается? А теперь будем делать пальчиковую гимнастику. Так, сейчас придумаю, какую. Давайте здесь будем делать окей, окей. А здесь будем делать ладошку. Ну, вот так, вот так. Да? Ну, собственно, очень легко. Но мы тут будем делать окей по очереди разными пальчиками. Понятно? Раз, два. Теперь третий, третий. Четвертый безымянный и мизинчик. Раз, два. И назад. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Угу. Хорошо. И будем говорить. Карл у Клары украл кораллы. Угу. Давайте повторим вместе. Карл у Клары украл кораллы. Карл у Клары украл кораллы. Карл у Клары украл кораллы. Клар у Клары украл кораллы. Карл у Клары украл кораллы. Клар у Клары украл кораллы. Карл у Клары украл кораллы. Клар у Клары украл кораллы. Карл у Клары украл кораллы. И вот здесь у нас, представляете, и речевой аппарат задействуется, да? И сейчас мы вот включаем сразу несколько нейронных связей, потому что мы еще будем делать вот это движение, не просто вот это, а мы будем менять пальчики по очереди, да? И что еще, хлопочек добавим? Раз, давайте, пока без Карла. Раз, два, три, то есть вначале указательно двумя ручками, теперь средняя двумя ручками, три, четыре. Безымянно двумя ручками. Три, четыре. Мизинчики. Раз, два, три, четыре. Назад. Раз, два, три, четыре. Назад. Средняя. Два, три, четыре. Назад. Указательно. Два, три, четыре. А теперь Карл у Клары украл кораллы. Средняя. Карл у Клары украл кораллы. Безымянно. Карл у Клары украл кораллы.
Мизинчик кар у Клары украл кораллы. Назад кар у Клары украл кораллы. Средняя кар у Клары украл кораллы. Кар у Клары украл кораллы. Ну, давайте теперь побыстрее. Ну или у кого как получается. Поехали. Карл у Клары украл кораллы. 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 Назад. Карл у Клары украл кораллы. Карл у Клары украл кораллы. Карл у Клары украл кораллы. Кто молодец? Скажи, я молодец, да! Кинг-Конг, я! Холочки, я! Убираем все лишнее! Так, хорошо, молодцы! Давайте подкашливаемся, вдох. Вдох. Все, не нужно, уходи. И смеемся на букву А, вдох. И А. Всем телом А. Прыжки, а? Молодцы, молодцы. Губы в трубочку. О, э, о, э, о, э, о, э. Смеемся на о. Тело произвольно вместе с нами работает. О. Тело в дело. Улыбки не снимаем. Растянули. Звуки, мы низко смеемся, а где высокие звуки, тоненько смеемся. И поехали! Ха-ха-ха!
наушники разрабатываем.